Если говорить о БРИКС, то, наверное, в первую очередь нужно говорить о Китае. Вообще история вот этих попыток Китая смягчить позицию Трампа в отношении торговых соглашений, позицию Трампа, попытки Китая смягчить позицию Трампа по поводу торговых отношений с Китаем продолжались несколько месяцев. Трамп тоже надеялся обменять эти вопросы, связанные с двусторонней торговлей, на более активную в его понимании роль Пекина в урегулировании северокорейской ядерной ракетной программы. Да? И вот в июле, начале августа настал тот момент, когда Трамп решил, что его стратегия в отношении Китая и КНДР не оправдалась, что Китай недостаточно прилагает усилий для того, чтобы покончить с ядерной программой и ракетной программой КНДР. Да? Хотя Китай проголосовал это беспрецедентно за очень большой пакет санкций. Основную нагрузку по этим санкциям тоже несет Китай. Это, кажется, 6 августа было. А китайцы и Трамп запустил, что инициирована была работа комиссии по расследованию там что-то Китай и интеллектуальная собственность американских компаний. Вот в таком словосочетании, да? Понятно, что Китай выразил свое негативное отношение к этому процессу, но дальше в Китае тоже так незаметно начали появляться разные интересные решения. Во-первых, было принято решение о том, чтобы упростить доступ китайских инвестиций на территорию, иностранных инвестиций на территорию Китая. Это как касалось территорий, то есть расширены были территории, на которые могли заходить иностранные компании со своими инвестициями. Это касалось вопросов регулирования бизнеса по ряду сфер, производственных сфер. Сейчас я точно не помню, какие именно сферы, но это был довольно существенный масштабный шаг по открытию Китая для иностранных инвестиций, для привлечения иностранного капитала в Китай. С другой стороны, китайцы начали активно продвигать идею того, чтобы китайские инвестиции более активно работали в других странах. Третий момент, который следует отметить, это регулирование научно-технических вопросов и интеллектуальной собственности. Тоже там какое-то решение было принято в Китае. Не готов сейчас говорить о подробностях. Это пунктирно, да? Общую ситуацию обрисовываю. Плюс еще были упрощены условия для приема иностранных студентов и молодых специалистов на работу в Китае. То есть это охота за головами, привлечение талантливых молодых кадров в китайскую экономику для развития Китая. Ну и плюс, как я сказал, укоренение китайского бизнеса и китайских специалистов в других странах, где они учатся, проживают и работают. Да? Укоренение такой термин. Это все все было так прекрасно, да. И вот завершилось, то есть пока что на данный момент, если говорить, вот завершающая точка этого временного отрезка, завершилось все вот этим саммитом БРИКС. Не просто БРИКС, а БРИКС плюс. Формат, который исключительно придуман Китаем, который реализуется даже не всеми членами БРИКС, а в первую очередь Китаем. Что в этом формате интересного, да? Ну, во-первых, накануне еще самого саммита, когда шла к подготовке, в китайских СМИ четко формулировали некоторые вещи, партийные СМИ, Жэньминь Жэбао, партийное издание, как в Советском Союзе газета «Правда», да, центральный орган Компартии. И вот статьи, комментарии, да, то есть там не публикуются, как у нас все, что попало, там какой-то там деятель что-то придумал, ему приснилось, и он выдал, и это публиковали. Там только проверенная соответствующая линии партии официального руководства позиция. Так вот, обращают на себя формулировки: Китай должен активно, более активно направлять деятельность БРИКС.
Угу. Направлять. Угу. Понимаете, да? Семантику этого слова. Направлять. Руководящая, направляющая роль угу. партии Китая и Китая как партии в этом БРИКС. Когда происходило открытие саммита, вот когда Жэньмин Жибао и агентство Синьхуа подавали информацию, вот такие формулировки были. Си Цзиньпин на открытии саммита, Си Цзиньпин в своей программной речи. Си Цзиньпин в своем программном выступлении. Угу. Программный. То есть он озвучил, как вроде на съезде ЦК КПК программы, с программной речью выступил. Но это, пардон, не съезд партийный, а это саммит на высоком уровне представителей пяти государств. Да? Но это ничего. Что интересного, более интересно, так это вот как раз вот этот плюс. Плюс, что касается еще особенность важное выступление, то что такие просматриваются нотки, появление политических таких ноток относительно деятельности БРИКС, в том, что страны БРИКС должны нести большую ответственность за поддержание безопасности и мира во всем мире. Угу. Это программа выступления Си Цзиньпина была. Напомню, что ранее, когда в конце июля были учения, или в середине июля там в 9 провинциях, и был парад по случаю 90-летия армии Китая, впервые за 90 лет они отмечали день рождения своей армии. Впервые повод нашли. Был парад на полигоне, а не в городе каком-то, в столице. И Си Цзиньпин тоже говорил о возрастающей роли китайской армии в обеспечении международной безопасности мира. Так вот, саммит БРИКС тоже вот как-то вот, по крайней мере, сквозь призму выступления китайского лидера, он там тоже появляется больше вот этих политических ноток, которые наталкивают на то, что со временем саммит БРИКС, который, в основе которого лежит экономическое сотрудничество, может трансформироваться, то есть могут добавиться какие-то политические еще функции и моменты. Не сразу, не резко, но тем не менее тенденцию в этом все-таки стоит, думаю, отметить. А что касается вот теперь конкретно уже плюса, о котором я пару раз уже подходил к нему, вот с третьего, так сказать, более подробно. Новая стратегия, провозглашена Китаем, развитие БРИКС, усиление его влияния на глобализацию экономики, вообще на мировые экономические процессы, через развитие системы партнерств. Mm-hmm. То есть вот эти БРИКС плюс означали, что на этот саммит прибудут еще лидеры пяти государств. Как мне показалось по информации, что это исключительно, как я сказал, китайская инициатива. Их пригласил Китай, как принимающая сторона. Возможно, он пригласил, даже, возможно, не спрашивая мнения у других государств. И это, я так понял, не было общим совещанием. Возможно, я ошибаюсь. Mm-hmm. То есть был саммит БРИКС, а был отдельно саммит Си Цзиньпина с этими лидерами пяти государств. Возможно, я не точную информацию. Какие, Владимир? Вот сейчас. Возможно, я не точную информацию имею по поводу того, в каком составе они собирались. Пять государств. Это, кстати, касается как раз политики Трампа. Сейчас я объясню почему. Значит, долго пытался понять, как выбирали. Не то, что долго, а пытался. Был такой вопрос, а как же их отбирали? Таджикистан. Угу. Египет. Гвинея. В Африке. На западе Африки. Мексика. И Таиланд. Что объединяет бедный Таджикистан, Мексику, которая уходит в большую двадцатку, кажется, да? Таиланд, Египет и Гвинею в Африке. Что их объединяет? Я уже даже сначала предположил, думаю, ну, каждый член БРИКС рекомендовал кого-то из своих партнеров. Да? Бразилия. То есть ЮАР там рекомендовала Гвинею на африканском континенте, Бразилия рекомендовала Мексику, Россия, Таджикистан. А кого? А, Индия. Индия, Египет. Тут вопрос, вот главный. Китай и Таиланд. И тут вопрос. А кто рекомендовал Таджикистан? Индия или Россия? И кто рекомендовал Египет? Индия или Россия? И тут схема разрушилась. И у меня возникло подозрение, что все вот эти перечисленные пять БРИКС, да, кроме К,
они к приглашению и к выбору отношения не имели. Но если посмотреть сквозь призму экономических и политических интересов Китая... Ну, китайский капитал, конечно, присутствует. Если посмотреть сквозь призму политических и экономических позиций и интересов Китая, то все становится на свои места. Таиланд. Страна, которая может быть либо в альянсе против Китая, либо в альянсе с Китаем, экономическом, как минимум, потом страна обладает большой, мощной армией, занимает стратегическое положение в Юго-Восточной Азии, в том числе в прилегающих морских акваториях, важный экономический и торговый партнер Китая, где присутствует много китайских проектов совместных с Таиландом и своих, да, то есть вот один стратегический фрагмент. Китайцы перетягивают на себя то, чем могли бы воспользоваться американцы против них. Дальше. Египет. Проливы. Китайские инвестиции наобещали там развивать дальше сотрудничество, там строительство железных дорог, там добыча чего-то, ТРПР и так далее. Все равно мощное, мощное государство Ближнего Среднего Востока, как я уже сказал, краеугольный камень мира на Ближнем Востоке, глобального мира, да? Плюс контроль каналов стратегически важный, потому что никакие авианосцы, никакие торговые караваны могут не пройти, если в Египте вдруг власть упрется или кто-то нестабильность в Египте случится, и каналы будут заблокированы. Канал, один канал, Суэцкий только. Да, ну канал Суэцкий, но я образно, да, так. А то уже волнуется, может, добавили еще. Да, вот смотрите. Дальше что? Мексика. Мексика в ссоре с США находится образно, да? По крайней мере, вот на днях стартовал второй раунд по пересмотру этого североамериканского торгового соглашения межгосударственного НАФТА, Канада, Штаты и Мексика. Трамп, ну, мексиканцы уже сказали, что стену они не будут финансировать строительство. То есть как там проходят, ну не просто проходят эти переговоры. Мексиканцы, то, как всегда, за последние месяцы не очень довольны всем тем, что происходит. Поэтому что делает Китай? Китай пригласил Мексику партнеры. Что такое Мексика? Это полезные ископаемые, нефть. И главное, что они переманивают на свою сторону в политическом смысле, в экономическом, такую важную страну, да, соседствующую с Америкой. Мексика, да? Что с Египтом? А, Гвинея осталась. Казалось бы, что мы об этой Африке знаем? Что-то в этой Африке происходит, ну, изредка что-то вспоминаем, да? Я посмотрел на карту и посмотрел на информацию об экономике Гвинеи. Вы знаете, Гвинея, оказывается, она то ли 40, то 50% добычи глиноземов, бокситов, то есть алюминий, плюс алмазы, плюс какие-то еще там руды. То есть богатая страна, нефть там тоже есть. И я предполагаю, что вот именно из-за глиноземов, если большая часть запасов, добычи запасов лития, важного для вот этих всех смартфонов, ноутбуков, там, телефонов и так далее, для этих электромобилей добывается в Китае, то есть чуть ли не монополия китайская, то Гвинея, она интересна тем, что там такое выдающаяся роль в добыче глиноземов, необходимых для производства алюминия. Вот один из секретов. Кроме того, могу предположить, что африканская часть шелкового пути может состояться в том числе как маршрут железнодорожный из Джибути, вот там, где китайцы создали свой хаб, так называемый, да, говорят, что это военная база. Понятно, что базу должны охранять военные, чтобы никто туда не влез. Что это база снабжения китайского флота, который там борется в этом регионе с пиратами, патрулирует. Но вместе с тем это торговый большой хаб экономический, потому что китайцы уже построили железную дорогу от Джибути через Эфиопию в Южный Судан, где они нефть добывают, да, и где их миротворцы находятся. И если будет потребность, или есть уже возможно, то они фактически могут построить трансконтинентальную железнодорожную магистраль и автомобильную, и трубу, которая будет соединять на западе Африки Гвинею, пройдет через несколько небольших стран Африки, вот, которые расположены вдоль Бискайского, Гвинейского залива, пардон, Гвинейского залива, да,
через Судан Южный, Эфиопию, Джибути. Вот она. Северо-западно-восточная китайская шелковая магистраль, через трансконтинентальная магистраль через Африку. Поэтому вот Гвинея в этом смысле очень интересна. То есть это упрощает в некотором смысле вопросы торговли экономические. Да? Открывает такая магистраль, откроет еще больше рынки вот этой внутренней Африки, да, и западного побережья Африки. С точки зрения китайской логистики международной, да, коммуникаций, в этом смысле как раз вот Гвинея тоже как раз приходится к месту. Интересный такой пазл. Угу. И вот что они же делают в Индийском океане сейчас. Опять же, этот подход строительства сквозной дороги, сквозной трубы, они используют в Пакистане, то есть порт Анклав Хаб создают в Пакистане, порт, да, тоже экстерриториальный. Потом через Пакистан на запад Китая все это транспортируется из этого порта или наоборот в обратном направлении. Точно так же они поступили с Бирмой. Не помню, на какой стадии, давненько не смотрел, как они там построили подобный хаб, как в Джибути. В океане-то в Индийском. Да, это все Индийский океан, получается. Построили... Пакистан-то он там повыше маленько. Ну, Пакистан повыше, да, это вот тот. И чтобы не вот это Малакский этот пролив не обходить, вот это через Таиланд, этот Сингапур и так далее, вот этот зигзаг. Нам нужна карта здесь давно уже, давно. На Укрлафе, на стене должна быть нормальная карта мира. Через Бирму, Мьянму, они проложили дороги аж до Китая. То есть они на востоке там с сепаратистами порешали вопросы, видно, или как-то не знаю. Они там, кстати, Китай является важным посредником в урегулировании этих всех конфликтов между центральной властью и повстанцами на востоке, северо-востоке Бирмы. Так, стоп, давайте резюмируем, потому что я понимаю, вот, что сейчас у меня... И вот они сейчас, китайцы, да, что сделали, то, что политические какие-то моменты... Какие-то выводы из БРИКС, из этого, они... что они... Плюс, тем более. Уже БРИКС есть какая-то информация? Про две валюты мировые там же разговоры. БРИКС становится проектом Китая по расширению своего политического, именно Китая, по расширению своего политического, экономического влияния и отбиранию союзников у Соединенных Штатов. Ну, Россия там небольшой. Фактически, союзник. Ну, Россия, да, там присутствует, ну, что Россия? Вот, кстати, по поводу Китая. Китай в Европу уже настолько проник. У нас многие там носят. У нас наша страна борется за квоты для аграрной продукции в Евросоюзе. Выделите нам вот это еще, да? Выделите это. А тут читаю полторы недели назад на Женминжибао. В Словакии прошел саммит министров сельского хозяйства. В саммите приняли участие министр сельского хозяйства Китая и 16 государств Центрально-Восточной Европы. Угу. То есть это Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Чехия, 6, да? Венгрия, Румыния, Австрия, 10. Ну и, наверное, там на Балканах, Болгария, там и все вот эти тут. Германия, не знаю, принимала ли. Но о чем речь? О том, что они там разговаривали о том, как европейские страны хотели бы поставлять аграрную продукцию вот, в Китай, либо через Китай вот, в Южную и Юго-Восточную Азию. А Украина за это не борется почему-то? А вот для меня был вопрос, а были ли наши, но про наших что-то никакой информации нету. Ну, все же я понял, что влияние Китая в мире, ну, безусловно, возрастает. И это как бы скоро будет уже вторая экономика, как бы не первая. Уже вторая. Уже почти первая. Даже немножко не прояснен вопрос, ну, какого-то военного сотрудничества. Ну, БРИКС это экономический такой союз, да? Но тем не менее, когда присутствует Россия, сразу вспоминают все о каких-то же контактах. Если говорить о военных аспектах еще, да, то тут даже не БРИКС, тут вот эта вот северокорейская ситуация, да. На самом деле, почему Китай ввел санкции, проголосовал за санкции 6 августа, тогда беспрецедентные, да? Потому что они, вот как вот пытались с Трампом несколько месяцев общаться, контрпредложения выдвигали, что, мол, давайте посмотрим, какие изъяны есть в наших двусторонних экономических отношениях, может быть, мы урегулируем. В китайской терминологии, по крайней мере, на Синьхуа и Жэньминьжибао, есть такое словосочетание «управление разногласиями». Вот, поуправляем, да? Сядем, поговорим, обсудим, примем решение взаимовыгодное. Но этого не случилось. И вот точно так же с Северной Кореей несколько месяцев, по-видимому, вели консультации, да? И в итоге увидели, что все слова, которые озвучивает официальный Пекин, точно так же и Россия увидела,
что Ким Чен Ын уже на все это не реагирует. Угу. То есть он уже сам по себе плевать он хотел на всех. Извините за простое такое выражение в эфире. В итоге они проголосовали дружно за санкции. И сейчас Путин говорит, что сегодня президенту Южной Кореи сказал, что Россия не признает ядерный статус КНДР. Китайцы тоже об этом заявили чуть ранее. Поэтому вот когда Ким Чен Ын запустил эту ракету, которая пролетела через Японию, он же ее запустил после на фоне того, что была дискуссия. А правда или неправда, что у них есть такие ракеты, которые могут пролететь? А может это вранье, да, может это блеф? А чьи там двигатели? А тут он запустил, смотрите, полетела всю Японию, перелетела, упала в море. Все. Точка там, за Японию 1000 километров. Поставлена точка в дискуссии по поводу того, есть ли у Северной Кореи ракеты средней дальности. И что происходит вообще с этой ракетой, да? На самом деле, в прямом смысле, эта ракета перелетела через всю Японию. Вообще-то это вторжение в воздушное пространство суверенного государства, которое при определенных условиях можно было бы даже квалифицировать как акт агрессии. Или инцидент. Там ПВО не сработало, значит, они не восприняли это как акт агрессии. Но, да. Тревогу объявили. В переносном смысле, эта ракета полетела не в сторону Японии, а упала на Пекин. Угу. Потому что это была такая демонстрация пренебрежения. После того, как Китай ввел санкции, да, это была демонстрация пренебрежения в том числе к Пекину. Угу. То есть фактически, почему? Потому что Ким Чен Ын продемонстрировал совершенно, сделал безрассудную вещь. Как я сказал, фактически ракета пролетела через территорию суверенного государства. Если бы Япония была, может быть, сплошным таким островом, да, или континентом, то, может быть, и упала бы на ее территории. Но она перелетела. Фактически, это была демонстрация Пекину в том числе, что мы теперь что хотим, то и будем делать. То есть не Америке, даже не Трампу, а Пекину. И Америке тоже. Но вместе с тем, есть еще одна сторона в этом, то что именно полет этой ракеты существенно, то есть показал, что только теперь увеличил политический вес Китая, его значимость в урегулировании северокорейской вот этой проблемы. И еще после того, как эта ракета пролетела над Японией, то есть стало понятно, что есть средства доставки на несколько тысяч километров, вся ситуация вокруг Кореи перешла в новое качество. Если до этого все боролись с Северной Кореей и думали, что она можем провести военную операцию, и она может ответить только обычными силами, то есть хитрую военную операцию проводим, высаживаем спецназ, где эти ракеты находятся, берем под контроль, их немного там, да, они мало, ядерные заряды, ракеты маломощные, далеко не летают, все, в общем-то, беспроблемно, да, то после того, как продемонстрированы ракеты средней дальности, теперь наступает другой формат взаимоотношений. Формат ядерного сдерживания. Угу. Теперь военные операции против КНДР становятся слишком рискованными и потому почти бессмысленными. Угу. Санкции, почему не ввели второй раз санкции после ракеты и после испытания этой мощной бомбы в 100 килотонн? Да? Потому что санкции тоже могут спровоцировать Ким Чен Ына еще на какие-то пуски. В том числе через территорию Южной Кореи там, или куда-то еще. Поэтому я тоже вот следил внимательно за тем саммитом. В принципе, Китай готов сейчас проголосовать двумя руками и ногами за все санкции. Угу. Потому что, как я сказал, это была откровенная такая публичная демонстрация пренебрежения к своему главному союзнику, который сказал, что нужно решать мирным путем и воздержаться от провокаций. Несколько раз призывали китайские официальные лица, в том числе и США, и Северную Корею, прекратить обмен демонстрацией силы. Ван И, министр иностранных дел, четко об этом сказал, и Си Цзиньпин тоже об этом говорил. И тут вот этот пуск ракеты через территорию суверенного государства. Простите. То есть получается, что теперь санкции любые тоже могут спровоцировать. То есть я смотрел, думаю, введут, не введут санкции.
То есть настало время теперь не столько санкций, которые могут спровоцировать Ким Чен Ына на какой-нибудь еще пуск или испытание. Зачем дразнить того, кого есть ядерное оружие, который, человека, который... Уже и термоядерное вроде собирается испытывать, да? Который, да, уже что-то термоядерное, возможно, было испытано. Но пока еще, я не знаю, окончательные это выводы или это пока гипотеза. И вот тут вопрос, человек, который по своему усмотрению, как угодно, да, по своим каким-то соображениям. Кстати, ракета летела. Я думаю, может, это по случаю того, что родился третий ребенок, и это третий ребенок сын. Может, он так праздновал день рождения, знаете, как Владимир, вот, не привлечите, на Северном Кавказе стреляют в воздухе. В истории не, ну, это безрассудство. Пустить ракету на территорию суверенного государства. То есть она перелетела, да, и все. Нет, это понятно. Так что вот Китай теперь, заканчиваем, да, кулуарная, тоже, кулуарная работа. Теперь никто, я думаю, дополнительных санкций пока вводить не будет. Все, никто не подарит Ким Чен Ыну войну, потому что любые санкции, либо какие-то военные операции Ким Чен Ын могут использовать для того, чтобы консолидировать корейское общество, при том, что это общество будет все более возмущаться, когда санкции начнут действовать дольше. Вот те, которые введены в начале августа. Ким Чен Ыну нужен образ внешнего врага, чтобы нивелировать действие этих санкций. И ему поэтому войну никто не даст. В том числе введением дополнительных санкций в войну Ким Чен Ыну повод для войны и для консолидации северокорейского общества не даст. Вот дальше эти санкции будут разъедать корейское общество, люди будут задаваться вопросами, то есть на треть упали доходы от внешней торговли. Теперь будет работа с представителями северокорейской верхушки, что смотрите, мы вам тихо перекроем и банки, и бизнес через китайцы скажут. И вообще тот, кто начнется соцсоревнование в Северной Корее по поводу того, кто первым принесет ключи от всех ядерных ракетных ангаров, складов и пусковых шахт в Пекин, тот и будет облагодетельствован экономическими преференциями и так далее и тому подобное.